Здравствуйте, друзья! У нас прогноз на любовь, отношения на лето для знака зодиака Водолей. У нас будет расклад из трех вариантов. Первый для тех, кто уже в паре, будь то это отношения или брак. Второй вариант для тех, кто в поиске любви. И третий вариант для тех, кто в ссоре или кто расстался. Какие у вас перспективы помириться? Мы получим совет от карт, стоит ли вам это делать. Водолей, любовь, отношения, лето. Ну, лето у нас тут осталось 10 дней. Июня, июль и август. Первый ряд для тех, кто в паре. Что у вас будет происходить в любви летом? Второй ряд для тех, кто в поиске любви. Ваши перспективы. Ну и третий для тех, кто в ссоре. Или кто расстался. Начнем мы с первого варианта. Для тех, кто в паре, давайте посмотрим, что ожидает водолеев в любви, в отношениях. Так, сейчас я немножко пониже сделаю. Ага. Ну, давайте уточнять на Ленорман. Башня может говорить и о разводе, расставании, ну, а также о смене места жительства. Все-таки легла королева Пентаклей. Это может быть риэлтор, банкир, кассир. Тот, кто поможет вам финансово решить вопрос с жильем. Ну, женщина здесь может быть соперница. Сейчас посмотрим. Да. Так, что нам скажет символ для водолея, для тех, кто в паре. Да, но здесь по всем картам развод. Здесь, скорее всего, была борьба. Борьба, ну, если меня женщина водолей смотрит, эта карта показывает соперницу. И, скорее всего, она победила, потому что ложится башня, а башня это, ну, это, если вы в браке, то это развод. Если вы в отношениях, то это расставание. Конечно, у мужчины здесь очень много иллюзий. Он сравнивает вас постоянно. Да, он понимает, что может быть одна очень умная, другая красивая. Вам тоже нужно постараться соединить в себе этих двух женщин, поднять свою самооценку. Не надо себя ни с кем сравнивать. Вот эта карта, это говорит об идеале. Но идеала в нашем мире нет. Мы все не идеальны. И по инквизиции, скорее всего, отношения были очень сложные. Может быть, это из-за того, что в вашей жизни появился соперник, соперница. Потому что вот здесь эта карта показывает бесконечные какие-то семейные разборки, дрязги. Вы постоянно в эти скандалы вмешивали третьих лиц. Может быть, родственников, друзей. Это когда мы друг друга обвиняем. Ну, метла. Это ссоры, конфликты. И все это приведет к тому, что, ну, гроб. Письмо и гроб – это развод, официальный развод. Сейчас я посмотрю. Или это сообщение для вас, что вы расстаетесь. Сейчас я еще другую колоду, совет для вас посмотрю. Мужчины здесь выбирают между двух женщин. И, скорее всего, королева Пентаклей здесь решает большую роль. Может быть, эта женщина обеспеченная, богатая. Или занимает хороший пост. Дальше аркан силы. Королева Пентаклей повторяется.
тройка пентаклей. Ну, тройка это может быть участие в любовном треугольнике, но здесь большая заинтересованность в деньгах. Сила – это борьба. Мужчина придется бороться вот за эту королеву пентаклей, чтобы закончить одни отношения или брак и перевести ваши отношения на совсем другой уровень. Ну, а у женщин здесь соперница, да. Вы, скорее всего, вы боролись, но она оказалась сильнее. Что мы знаем? Ну да, и на дне колоды пятерка кубков – это потеря. Это окончание отношений или потеря брака. Ну, потеря партнера. Да, вот такой у нас получился с вами прогноз. Я желаю вам всего хорошего. Благодарю за просмотр. До свидания. Хорошо, у нас расклад для тех, кто в поиске любви. Давайте посмотрим, какие у вас перспективы летом влюбиться, познакомиться. Так, давайте уточним сразу, Ленорман, что нам подскажет. Водолей, кто в поиске любви, да? Что у вас летом, что в любви? И символом давайте посмотрим для водолеев, для тех, кто в поиске. Вот я думала, в чем у вас тут будет несвобода? Здесь или плохие отношения будут со свекровью, с будущей свекровью, или с тещей. То ли вы, то ли ваш партнер, партнерша не понравится, ну, вот, старшему поколению. А так у вас символом, конечно. Спящая красавица. Да, ну, моей дочке или моему сыну нужна только принцесса или принц. Да. Значит, отношения будут очень хорошие. Вы можете построить свое древо, начать свою ветку рода. Этот мужчина зайдет как важный для вас, судьбоносный. Это кармические отношения. Дьявол тут и будет... Секс, страсть, притяжение. Шут – это новые отношения. Но вот эта восьмерка мечей, эти ограничения, ну, ограничения могут быть из-за, вот я сказала. Фурия – это чья-то мама, которая не примет. То ли ваш выбор, то ли вас не примут. Но вам этот мужчина по судьбе. Если меня смотрят мужчины, то значит, эта карта показывает вас, и вот эти новые отношения тоже для вас очень важны. Это судьбоносные отношения. Да, символом говорит, что вы пройдете долгую жизнь вместе, рука об руку, вы очень друг другу подходите. Но это карта счастливого будущего. Но это через трудности. Здесь самая главная карта говорит, если с кем-то отношения не сложились, значит, нужно стараться жить отдельно. Не знаю, снять жилье, уехать куда-то. Когда отношения с родственниками издалека, то они и налаживаются. Давайте для вас совет посмотрим на другой колоде. Поэтому что-то вас будет сначала ограничивать. Принимайте решение и уезжайте. Да,
принимайте решение вместе, обоюдно, в паре, или составьте разговор, но вот эти две карты говорят, нужно уезжать. Тогда все будет хорошо. Это колесница на дне колоды. Переезжать отдельно. Но у вас эти отношения судьбоносные. Поэтому встречайтесь, знакомьтесь, общайтесь. Но трудности будут. Но вы уже предупреждены. Вот такой у меня получился для вас прогноз. Я желаю вам счастья. Всего хорошего. До свидания. Хорошо, у нас расклад для тех водолеев, кто в ссоре или кто расстался. Какие перспективы у вас помириться? Вернется ли человек? И получим совет, нужен ли он вам или она. Ничего себе у вас карты. Десятка кубков, десятка пентаклей и между ними повешенный. Такое вообще впечатление, что у человека было две очень гармоничные семьи. Одна семья, может быть, законная, и вторая семья. И повешенный. Человек пытался сидеть на двух стульях. И там гармония, баланс, любовь, взаимопонимание. И здесь. Как интересно. Так, а что нам скажет Ленорман? Тут, наверное, гарем целый. Да, ну, какая-то тайна вскрылась. Угу. Очевидно, вот эти две семьи друг от друга каким-то образом узнали. Из-за этого у вас произошел разрыв отношений. Очень сильные конфликты. То есть вот эта тайна, которую человек скрывал, книга открыта, тайна эта открылась. Что привело к ссоре, к разрыву отношений? Так, сейчас мы посмотрим, что еще на символу скажет. Конфликту и скандалам. Знаете, вот по символу я бы сказала, что да, вы себе что-то тут напридумывали, но отношения были по расписанию. Скорее всего, вы именно занимали роль, может быть, любовницы, если меня девушки смотрят. Если мужчина, то тут у вас две семьи, я уже сказала. У вас тут гарем и вы султан. Но вот по королеве карта говорит, как вы решите, так и будет. Если вас вот этот вот расклад устраивает, может быть, реально человек вас обеспечивал. То тщательно все, холодно все продумайте, безэмоционально. Вот как вы примете решение, так и будет. Здесь вы главное. Сейчас я еще посмотрю. Какой колоде вам совет. Ну вот опять королева Пентаклей – это женщина, которая умеет считать деньги, копить. Совет туз жезлов. Ну, тут по тузу жезлов карта может вам советовать просто проявить инициативу. Взять вот эту ситуацию в свои руки, вот убирать страхи и рассчитывать. Если я говорю, реально вас человек содержал, ну, если вас это все устраивало до этого – то постарайтесь сохранить эти отношения. Потому что, скорее всего, эти отношения очень были устойчивые, прочные. Ну и вы были хозяйкой. Тут я говорю, тут два дома.
Тут два дома. То есть, как бы, вы занимали тоже хорошее положение. Не знаю, к кому вы здесь относитесь. Мне трудно судить. Но в любом случае, здесь только ваше решение. Инициатива в ваших руках. Вы королева. Как вы скажете, так все и будет. Вот такой у меня получился для вас прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего хорошего.